Друзья, сегодня вы будете немного удивлены, потому что сегодня в кадре появится не только вот этот парень, но еще один гораздо более эффектный парень. И сейчас мы увидим что-то просто невероятное. Прошу, Виктор Степанов. Виктор. Но, наверное, это какой-то поддельный лом. Не может быть, чтобы человек вот взял и такую штуку согнул. Наверняка это все ты берешь из фольги делаешь. Да, вот давай я попробую. Железо, конечно. Невероятно. Это у нас металлическая труба какой толщины. Металлическая труба толстостенка. Толщиной в 1 дюйм. Ну, что я могу сказать? Впервые на нашем канале появился такой гость, как Виктор Степанов. Я думаю, многим из вас интересно узнать, что это за человек, сколько ему лет, как он тренируется, по какой системе и чего он достиг на протяжении своей длительной карьеры. Ну что, Вить, ну смотри, у нас же люди любят все проверять, подвергать сомнению. Да, да, да. То есть возможно, что такая труба, вполне возможно, ее легко погнуть относительно, да, то есть любой физически сильный человек мог бы, возможно, это сделать. Вот я никогда статикой не занимался, но я считаю себя человеком, ну, физически развитым, да, ну, конечно, уступаю тебе, но все-таки 20 лет тренируюсь, да, давай я попытаюсь ее согнуть.
Ничего не получается. Ну, что еще сделать? Нету техники, да? Ну, еще об ногу попробую. Кости хрустят, но не сгибается. Хотя, в принципе, я, ну, и становую тягу могу 250 килограмм сделать, да, и, ну, в принципе, как для фитнесиста я подкачанный. Да-да-да. Вот. Да, вот скажи, вот, ты, чтобы вот гнуть такие трубы, сколько тебе пришлось тренироваться? Ну, я начал с немногого, начал делать статические упражнения. То есть упражнения, которые работают в одной точке. Я начинал сначала с цепей, вот, цепи натягивал сильно, цепи сверху, цепи с колен натягивал, цепи снизу. Потом начал железо, то есть тоже в одной точке. Давление огромное делаю, другое давление огромное. И уже потом подгонял под технику. То есть, как я ее гну, здесь надавал, здесь, потом так, потом уже. То есть ты проделал много статических тренировок, да? Да, много статических тренировок. Притом направленных на то, чтобы вот именно вот разогнуть эту трубу в такой последовательности. Ты сначала сгибаешь, потом петля, потом еще петля и уже разгибаешь ее. Я хотел бы с тобой просто по-дружески вот пообщаться. Мне очень интересно, так как мы занимаемся оба силовыми направлениями. Очень интересно. Я уверен, что моей аудитории, которая очень большая, тоже будет интересно. Во-первых, такой вопрос возник к тебе. Ну, во-первых, сколько тебе лет? Мне уже 50. Тебе 50 лет? Я бы тебе в жизни больше 40 не дал. То есть это правда, что люди, которые занимаются спортом, они биологически их возраст моложе, чем те, кто ведет неправильный образ жизни. Бухают, курят, там, лежат на диване. Это едят всякую дрянь, да? Хотелось бы, чтобы так было, да. Ну, во всяком случае, выглядишь прекрасно. Я вот думал, не более 40 лет. Следующий вопрос. А сколько ты занимаешься спортом? Я очень давно занимаюсь. Я когда пришел из армии, мне был 21 год. Я начал уже конкретно заниматься тяжелой атлетикой. До этого я занимался многими видами. Я бегал на лыжах, легкой атлетике, играл в футбол, баскетбол. Все. А уже после армии конкретно начал тренироваться. То есть ты где-то с 21 года, да, и вот сейчас до 50, то есть стаж твоих тренировок? Нет, я где-то 14 лет был в сборной, и после я закончил в 2003 году тренироваться. И в 2006 году начал уже создавать свое шоу. То есть здесь уже немножко театральный такой. У тебя есть твое собственное силовое шоу? Силовое шоу, да, «Геркулес». Театральное силовое шоу «Геркулес». Вау, вот такие у меня есть еще упражнения. То есть ты не только гнешь ломы, но еще и работаешь с кувалдами, да? Кувалдами, рвут цепи, потом поднимают двух медведей. Он выходит в лес, берет двух гризли и поднимает. У них просто нет выбора. Такой вопрос. Но ты, кроме силового шоу, ты, насколько я знаю, ты занимался жимом лежа. И в тот момент, когда ты показал наибольший, как бы, жим лежа, ты использовал фармакологию. Но это было много лет назад. Но тогда ты применял, и какой результат ты показал на соревнованиях? Ну, я применял фармакологию в больших количествах, я не буду лукавить. Не, ну сейчас об этом все говорят открыто. Да, фармакологии, тем более это в прошлом. Тем более это в прошлом. И, конечно, это большой плюс, и результаты на целый порядок выше были, чем... Ну вот, жим лежа на соревнованиях в Праге у тебя, да, был... 340 килограммов, это я выжил. Это... Так. Вот, выиграл чемпионат. Это был чемпионат Праги, чемпионат мира в Праге. И выжил 340 килограмм. Да, это, да, один из максимальных, насколько я знаю, результатов, которые, в принципе, были, ну, на соревнованиях. Вот ты уже 8 лет не принимаешь фармакологию, насколько я знаю. Да, 9-й год. И натуральный, вот после отказа от фармакологии, насколько упал жим лежа? Сколько ты мог пожать там через полгода, через год после отмены? После отмены было вообще стрессовое такое состояние, и результаты стали падать, вес стал падать. И я думаю, в каждом упражнении килограммов на 100. Где-то порядка 80. Ну, допустим, вот жим сколько стал? Я упал вообще сначала до 200, потом немножечко стал на своем и дошел до 240,
Ты 240 килограмм пожал, ну, после отмены фармакологии? Это уже на тренировках. Как уже я на тренировках. И ну даже 200... Ну даже не на один раз, а... Это сколько времени после отмены фармакологии прошло? Неделя, месяц? Нет. Это уже много прошло. Сколько времени? Вот 3 года у меня очень тяжело было, потому что были травмы, все остальное. Я не мог... То есть лучшие результаты в жиме лежа 340 на фармакологии и 240 3 года спустя на тренировке. Но я тебе охотно верю, судя по тому, что твоя внешность, как бы, и твои мышцы, и твое силовое шоу говорят о том, что ты человек серьезный. Я, например, не смог. И я до 200 килограмм в жиме лежа доходил, но погнуть такой лом я не смог. Но это совершенно разный вид тренировки, да? То есть можно хоть 350 жать лежа и не погнуть, да? Я когда начал заниматься, тоже у меня не получалось. Сначала маленькие трубочки, маленькие цепи, побольше. Но это не предел, это просто для картинки. Как бы я могу и толще сгибать, и лом. Слушай, вот у меня такой вопрос. Я занимаюсь армлифтингом немножко для себя, да? Там же тренировка связки. Там просто поднял, подержал, опустил. Сколько раз в неделю ты рекомендуешь связки тренировать статическими упражнениями? Один раз. Я только один раз. И всегда с одинаковым усилием или варьировать? Нет, то слабее. То есть максимально тяжелое, давайте сколько раз там, ну, раз в месяц? Я думаю, полтора месяца даже, полтора в два. То есть рекомендует, а остальные? Остальные дни в нормальном режиме, то есть процентов может быть на 80. Это... От твоего максимума? И не доходи до отказа сил, да? Нет, не доходи, да. Значит, уже более... То есть циклирование – один из секретов натуральных тренировок Виктора Степанова. Также я знаю, что ты мастер спорта по гиревому спорту и мастер спорта по тяжелой атлетике. Это официально? Это, да? Очки, все у меня. Даже по гиревому у меня мастер спорта СССР еще. Я еще мастер СССР. Это у меня лежит. И при этом у тебя объем твоего бицепса, вот у меня 45 сантиметров, а у тебя, напряги вот бицуху вот так. У тебя 52 сантиметра против моих 45, я смотрюсь просто как ребенок. Но мне не стыдно. Да, да. Ну, бодибилдингом никогда не пытался заниматься. Ну, я занимался, но я не люблю бодибилдинг. Потому что там нужно ничего не есть, нет, сушиться, нет, или нет, почему? Непонятно. Просто не по душе, я всегда любил силу. Вот что не тренируюсь, я всегда любил силу. Но судя по твоим мышцам, развитие силы способствует косвенно и развитию мышц. Поэтому вот что у нас общего, что я считаю, что надо не маленьким весом качать мышцы, а большим. И ты меня поддерживаешь в этом плане, да? Поддерживаю это 100%. То есть мы нашли, единомышленники нашли друг друга. Очень интересно. Виктор, вот такой вопрос. Рука 52 сантиметра, жим 240 натурально, 340 на химии, с касанием груди и с паузой. Такие невероятные результаты. Какая роль от твоих мышц? Генетика. Я себя позиционирую как спортсмена со слабой генетикой, но регулярно тренирующегося, достигшего успеха. Но, вот допустим, пару вопросов, маленький тест на генетику. Вот когда тебе было 18 лет, какой у тебя был объем бицепса примерно? И какой примерно вес ты бы смог пожать, как ты думаешь? Я вообще не жал, я тогда бегал только. Хорошо, бегал. За сколько ты стометровку пробегал в 18 лет? За 11,4. Ну, довольно-таки незаурядный результат. То есть, какие подтянуться, сколько раз ты мог в 18 лет? Ну, я на количество не подтягивался. Ну, я всегда с весом уже начал подтягиваться, даже тогда. Ну, вот 18 лет, с каким весом ты подтягивался, сколько раз? Примерно, не надо точно, ну, примерно. 10 килограмм, подтягивался 15 раз. А сам сколько весил? Весил 90 килограмм. Можно сказать, что Бог, в принципе, дал тебе от природы силу, да? Нет. Я думаю, что... Средняя где-то, да? Нет, даже не средняя. У меня не было в роду никогда ни спортсменов, ни генетически одаренных людей. Я вот всегда упирался, занимался до упора. И мне это нравилось. То есть можно сказать, что генетика средняя, но тем не менее тренировки дали выдающийся результат. А чем ты еще увлекаешься? Что ты любишь больше всего? Я люблю литературу.
Что ты читаешь? Я сочиняю стихотворение, я читаю сейчас классическую литературу. А можешь сказать что-то, какое-то четверостишье нам сказать? Могу даже стихотворение. Как-то летели на юг в самолете толстая тетя и тонкая тетя. Тонкая села поближе к пилоту, толстый сзади, на хвост самолета. Дядя пилот постоянно ругался, хвост самолета чуть-чуть опускался. Толстая тоже ругнула пилота, так что он вышел из самолета. Пророк. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепути мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горней ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябание. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и сквернословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замерзшие мои вложил десницу кровавой. Он мою грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстие задвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вижте, и внемли, исполнись волею моей, и, обойдя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Значит, русская литература, Достоевский, Толстой, твое увлечение. Ну, тренировки сейчас отошли на второе место. А зарабатываешь себе на хлеб тем, что устраиваешь шоу, тебя часто приглашают. Да, да. Ты сегодня, у тебя было 3 выступления, да? Да. Ну, вчера. И несмотря на это, ты пришел ко мне в МДФИТ. Да, усталый. Чтобы для моего канала, для моих зрителей. Да, чтобы юрных зрителей поддержать, чтобы они слушали его советы. И подписывались на канал на YouTube. Но хотелось бы еще по тренировкам спросить. А вот сейчас вот у тебя 8 лет натуральных тренировок, да? И такие вот, многим интересно, до какой степени может накачаться натуральный бодибилдер. Вот, бодибилдер уже 8 лет не принимает. Ты не принимаешь ни протеин? Или... Протеины принимаю. А расскажи, что ты из спортивного питания принимаешь? Я принимаю аминокислоты, протеин, так. Креатин и гейнер. Все вместе или по очереди? Все вместе. Все смешиваешь в миксере и выпиваешь. Ну и как, спортивное питание серьезно помогает или так, как дополнение? Ну, я думаю, если хорошее питание, то помогает. Как, ну, чувствуется, что помогает. И вот именно, когда натурально занимаешься, оно чувствуется лучше, как оно помогает. Когда принимаешь препараты, там уже не чувствуешь, как это питание помогает. А здесь вот именно чувствуешь каждую единичку, каждую прибавочку чувствуешь. Вот, и поэтому борешься за каждый килограмм, да? Ну... За силу я борюсь. Со штангой приседаешь сейчас? Да, приседаю, но я с небольшим весом где-то. Ну, с небольшим с каким? Ну, маленькая у меня тренировка где-то 170 килограмм, большая 240. Это ты советуешь нашим зрителям приседать полностью до параллели или полуприсед? Кто любители фитнеса? Я думаю, полностью, ну, наверное, лучше, потому что... Ты сторонник приседаний полностью, да, с полной амплитудой? Я, конечно, не знаю, как бодибилдер. Наверное, там у каждого своя задача. Ну, я думаю, что надо, ну, хотя бы до параллели надо приседать. Касательно бицепса, вот на бицепс ты какой вес поднимаешь? Подъем штанги на бицепс тоже надо как бы аккуратно делать. Ну, килограммов 85 я поднимаю. Я могу и больше взять, и когда я занимался, я закидывал вообще непредельные веса. Там. Читингом мог брать и 100 килограмм, да? 150 мог и... Серьезно? Ты делал? Забрасывал 150, ну просто для того, чтобы там кто-то показать кому-то. Шварценеггер закидывал вес 125 килограмм на бицепс, а Витя Щитингом в рамках шоу закидывал на бицепс 150, да? Ну, у меня любимое упражнение, это вот, у меня руки, правда, не разгибаются сейчас, это все из-за спорта, из-за жима. То есть, ты хочешь сказать, что вот такие жимы с тяжелым весом, 340 килограмм, что они травмоопасны и дали тебе определенные проблемы, да, со здоровьем? Проблемы. Какие вот минусы ты почувствовал от больших весов, от жима лежа с полной амплитудой?
Что у тебя, локти, да? Дело в том, что когда соревновательным режимом занимаешься, там уже стараешься, наоборот, не полную амплитуду делать, а стараешься побольше прогиб сделать. Ну, я и понимаю. Лопаточки там, поменьше амплитуду. То есть вот гонка за большим весом привела к тому, что вот суставы, перегрузка сустава была. Вот я когда забросил, закончил большие веса, и у меня вот после того, как я закончил делать большие веса, перешел на маленькие, и после этого стали локти, вот там дискомфорт пошел, и они не стали разгибаться, и вот так. Но сейчас ты с помощью натуральных тренировок частично восстановил свое здоровье. Да, тренировок, массажа, в бане растягиваюсь, в общем, и делаю растяжки сколько могу, но все равно я не... Поэтому ты поддерживаешь мое движение, что жим лежа с огромными весами и здоровье, и фитнес все-таки несовместимые вещи, да? Здоровье и большой спорт, я думаю, да. То есть надо заниматься с теми весами, с которыми ты чувствуешь себя здоровым и комфортным. И, комфортным. Да, и вот чего мы вам желаем. Развивать, будьте сильными, развивайте свою силу, да. Тренируйтесь, но по таким методикам, которые дают... При этом ощущение здоровья и не приводят вас к травмам. Да, правильно? Совершенно верно. Ну что, я приглашаю вас обязательно приходить на выступление. Даже, может быть, у кого проходят какие-то корпоративы, какие-то праздники, какие-то... Кто хочет организовать классное шоу, порадовать своих зрителей, обязательно приглашайте Виктора Степанова. Он приедет, выступит. Сделаем его. Вы сами видите, что он делает. В описании к данному ролику я оставлю контакты Виктора, и вы сможете с ним напрямую связаться ВКонтакте, сделать, если вам будет это нужно, да? Или по телефону. Или по телефону, да. Что касается тебя, спасибо, что пришел, поддержал зрителей моего канала, сделал для них шоу, бесплатно совершенно, кстати, такой подарок. Вот, давай на память рукопожатие. Друзья, смотрите наш канал. Смотрите, какой бицепс. И думаю, что вам будет интересно. Подписывайтесь. И до следующих встреч.